Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня Сергей Малых рассказывает нам о том, насколько спорт помогает в повседневной жизни. Каким образом занятие спортом повлияло на его личную жизнь, на его личные качества, на его личные человеческие качества? В обычной жизни, во-первых, спортсмены, они все время окружены людьми, то есть ты находишься в каком-то кругу. Возрастая так, даже с малых лет, ты просто учишься общаться с людьми, и тебе уже не сложно находить с другими людьми контакт. Ты можешь чувствовать себя в любом месте, с любыми людьми нормально, ты умеешь подстраиваться, потому что коллектив, он состоит из разных людей. Ты просто растешь, и потом тебе уже не сложно находить общий язык с другими людьми.